За годы учебы в детской школе искусств номер 4 юные музыканты знакомятся с галантным Моцартом, атлетичным Прокофьевым, умудренным и философичным Бахом и другими композиторами. Арину Атанасян называют звездочкой школы. Маленькая пианистка творит чудеса, завоевывая на конкурсах различного уровня награды. Арина, главная героиня концертной программы, неожиданно попадает в другой мир. Мир музыки, где есть тоже счастье и радость, мудрость, вдохновение и другие человеческие чувства. Воспитанники школы оказались не только хорошими музыкантами, но и прекрасными актерами. Все концертные номера сопровождались театральными монологами. А победительница различных вокальных конкурсов и фестивалей Александра Раковская доказала, исполнить арию «Дивы» из кинофильма «Пятый элемент» ей тоже вполне по силам. Украшение школьных концертов – ансамбль народных инструментов «Тимони». Юные музыканты давно заслужили единодушное признание жителей станицы и города. Среди участников ансамбля создаются трио-квартеты. Очень понравилось зрителям выступление домбристок. Гитара никогда не теряет своей популярности. Обучиться игре на этом инструменте ребята приходят к Николаю Анатольевичу Клименкову, за плечами которого большой опыт педагогической работы. Звучали также и электрогитары. Руководитель известного в России и за рубежом ансамбля казачьей песни «Соловейка», заслуженный работник культуры Кубани Ирина Базель, ребята, которые занимаются при школе искусств номер 2, создала второй детский коллектив на базе детской станичной школы искусств номер 4, имя которому «Ясочка». Ансамбль уже одержал победу на международном фестивале в Турции. По завершению концертной программы юных музыкантов, участвовавших в этом году в городских, зональных и краевых конкурсах, наградили грамотами и памятными подарками. Светлана Авилова, Роман Карпов, Игорь Куршаков, Анапа регион.